Приветствую, друзья! Пришла очередная посылочка. Давайте посмотрим, что это. Что это, я, конечно, знаю уже. Это у нас экшн-камера SG4000. Многие из вас, кто смотрит мой канал, скажут: позвольте, у тебя уже была такая камера. Зачем ты заказал себе еще одну? В общем, у меня была такая проблемка, друзья. Через какое-то время использования камеры в кейсе появилось пятно. Я думал, что это проблема с объективом, разобрал. Оказалось, что под объективом есть, прямо на самом сенсоре всплыло какой-то там, как сказать, воздушный такой пузырь. И этот воздушный пузырь немножечко искажал изображение и давал, соответственно, свои какие-то... появлялось, короче, посреди кадра вот так вот, например, вот здесь вот такое пятно огромное. Очень некрасиво, неприятно. Я связался с магазином GearBest, выяснил, можно ли им... по гарантии отослать обратно. Оказалось, что у них 2 недели гарантия. У меня это время еще не кончилось. И, собственно, я послал им назад. Только им послал. Через какое-то время я дал им трек. После трека они где-то через неделю дали мне обратный трек. То есть, пока моя камера шла к ним, их камера шла мне уже обратно. Вот она, SJCAM. Так, модель SJ4000 Wi-Fi должно быть. Да? Она. Смотрим характеристики. В прошлый раз мы не сильно их рассматривали. Это у нас получается Full HD разрешение 30 кадров. 60 кадров это HD разрешение. Ну и меньше нас не интересует. В принципе достаточно, друзья. Так, видно, что все новенькое. Просто когда я пытался уложить обратно, я понял, что это просто невозможно, так как у них на предприятие было уложено, так повторить просто нельзя. Так, что-то загнулся. Так вот, получается, сама камера запечатана, видно, что новая, потому что вот пленочки везде стоят, и полный набор. Ну, я думаю, все уже знают, что здесь за набор. Дополнительная задняя крышка. И куча всяких держателей для различных видов. Для велосипеда, для автомобиля, для шлема, для всего на свете. Откроем саму камеру, посмотрим. Так. Вот так вот. Уже начал забывать, друзья, как это делается. Опа, вот камера. Из пленочки, все в пленочках. Все просто шикарно. Ну вот такой, друзья, рассказ. Можно, оказывается, посылать по гарантии назад устройства, купленные, например, в магазине GearBest. Но я думаю, на Алиэкспрессе также можно посылать обратно. Если у вас что-то произошло с аппаратом, уточните, не закончилась ли у вас гарантия. Ну и, собственно, можно брать. Здесь видно, что, видите, есть стирающийся слой, гарантия качества, что это настоящий SJCAM, а не подделка. Ну, на мой взгляд, просто отлично. Данная камера меня всем устраивала, прошел с ней несколько походов, но вот образовалась такая неприятность. Новенькая камера, теперь я буду поумнее. Я думаю, что проблема на самом деле была, знаете, в чем? Я использовал вот этот вот бокс, использовал довольно долго, и мне кажется, что из-за давления температур в горах надо было, в общем, использовать вот этот с дырочкой. Вот здесь 2 дырки по краям, и в них была бы какая-то циркуляция воздуха. Ну, не знаю, возможно, и брак, возможно, не знаю, я сам был виноват. Но вот произошла такая вещь. Я думал сам поменять вот этот объектив. Если проблема была в объективе, я бы порешал сам, там $2 поменять объектив, и он скручивается довольно легко. Ну, вот... проблема оказалась не в объективе, а на самой матрице. Саму матрицу, естественно, трогать я не смогу. Довольно интересная камера, всем рекомендую. На этом, друзья, все. Если есть вопросы по камере, спрашивайте. Хотя у меня уже есть и обзор, по-моему, и распаковка, все к ней было. Ставим лайки, подписываемся на канал, смотрим другие видео, подписываемся на группу ВКонтакте. Ну, всем пока. Вот такая ништяк камера. Вообще офигенно. Я ее крепил себе на лоб.
и крепил, купил себе даже на грудь держатель. Нырять с ней отлично. Ну, в общем, все шикарно. Все, всем пока.